Всем приветик! Сегодня воскресенье. Сегодня мы приехали на пляж. Наш пляж, который находится 20 минут езды, который пострадал от урагана. И сейчас мы буквально можем припарковаться здесь только на двух парковочках. Два варианта есть. И был сегодня сильный еще дождь. Вот здесь вот видите, он много затопило парковочных мест. В общем, вот такие вот деревья. Посидим. Сейчас ветрено сегодня. Посидим, немножко отдохнем. Давно не видели уже водичку красивую. Давно не ездили никуда, поэтому побудем сейчас на пляжике. Так даже это... Не могу сказать, что прям жарко, если честно. Я сегодня в своем платьишке. Зацените. Это платье, которое я купила. Сейчас буду делать фотографии еще, наверное. Фотографируюсь сегодня. Вот. И вчера заезжала в Софии, заскочили в Home Goods купить сковородочки. Я чуть позже их, наверное, покажу. Новые чугунные сковородки. Вот. И вчера нашла очки себе новые. Зацените. 100% защита от солнца. $6. Смотрите, какие классные очки. Такая стрекоза. Вот. Самое главное, глазки защищает. В общем, супер просто цена. Нашла в Берлингтон. Вчера зашла, 100 лет там не была в этом магазине. Вот. Прогулялась. Ничего не снимала, конечно, к сожалению. Очень быстренько вечером мы заехали. Ничего не показывала. Еще музыка везде играет во всех магазинах. И иногда обидно, когда ты выкладываешь, и у тебя там просто твои видео, так сказать, все банят YouTube. Поэтому музыка играет под вечер. В общем, ничего не снимал. Много было интересного. Много. Что, все? Угу. Взяли вон стульчики. Здравствуйте. 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 Все, давай. Водичку. Да, конечно. Могу. Немцы. Че? Немцы. Почему так внимание обращаешь? Ну, просто язык. Язык такой же страшный, как у нас. Ну, бросается в глаза. А? Бросается в глаза. Бросается в уши, наверное, не в глаза. В уши сразу. Где? Ой, 100 лет вообще не ездили. Я уже не помню, как последний раз были. Прохладненько, да, Тём? Классненько, да. Не жарко. Надо бы мне кофточку взять, я мерзляка, конечно. Вон, парус плывет. Ну что, в моем арсенале появились еще 2 сковородочки, чугунные, тяжелые, такие вот сковородки. Это блиницу я взяла за $15. Сейчас помыла ее и прокаливаю хорошо, потом буду смазывать маслом. А это у меня будет для омлетиков каких-нибудь, она такая более глубокая, маленькая, вот даже, может, лепешечки, соусы, в общем, какие-нибудь делать. А, удобно очень, да, с двух сторон здесь можно вливать что-то. Вот, в общем, я уже привыкла к этим сковородкам, на самом деле, к чугунным. Кто не знает, я давно хотела. Меня многие отговаривали, говорили, зачем вам эти сковородки, там они, вроде бы, и вкус не меняется, и все такое прочее. В общем, на самом деле, эти сковородки, вот мое личное мнение, самые классные. Они просто неудобные для человека, они сложные. Проще купить какую-то там, ну, тефлоновую, да, там масло иногда не наливать, жарить, и все такое прочее. Это очень комфортно, круто, но... на чугунных сковородочках, конечно, другой немножко вкус приготовления. Вот именно я говорю про такие, которые без покрытия какого-то, да, керамического. Чисто чугунная обыкновенная сковородочка. Всем привет! Сегодня у нас суббота. Сегодня 17 февраля. И мы сегодня поехали отдыхать. Просто
на выходные в Орландо, потому что понедельник будет выходной, а дети в школу не идут. Мы решили, пока есть такая возможность, съездить, просто развеяться. Вот, едем. Погода, конечно, дождливая. В общем, 15 градусов это будет в Орландо, попрохладнее, чем у нас. Сейчас даже мы вот в Сарасоте были недавно, немножко перекусили, и там уже чувствуется прохладно. У нас теплее гораздо намного. Вот. Едем, сейчас покажу погоду, вообще ничего не видно абсолютно. Так, мы приехали в отельчик. Наш красивый отель. Дождливо. Отельчик наш классненький такой. Так, сейчас в очередь. Так, ну что, отель большой, довольно-таки не маленький. Видите, какой. В общем, веселуха там. По-моему, в тот же тауэр приехали. Мы номер 3. В общем, здесь будем сейчас. Так, идем. Приехали на 2 дня, буквально. Немножко развеяться. Погода, конечно, дурацкая, дождливая. Ну, как у меня Тёма говорит, погоду мы сами делаем. Так, цвет. Отлично. В общем, вот такой номерочек. Вот там вот есть холодильничек. По-моему, здесь где-то есть микроволновочка там. Стоит $7. Водичком. Такой вот вход. Что там, нормально все? Что, сломано? Закрывается. Закрывается даже? Тимы нету. То, что Тима у нас ворчит все время, когда дверь не закрывается. Так, вот здесь вот раковинка. Все, в принципе, есть. Здесь шкафчик. Ну, вот такие 2 кровати. В общем, такой номерочек. Все, до 11 работы. Ты пойдешь в хаттаб, кстати, а то? Ну, до 11 работы. Там люди что-то ходят. В общем, Артем хочет хаттаб. Завтра пойдем тогда, да, получается? Окей. А что, сейчас пока соберешься, там на 15 минут. А что, ты хотел же перед... Ты же хотел перед сном. Где один? Ну, 11. Он же вот находится. Ты спустился, и сразу же хаттаб у тебя. Не хотят. То хотят, то не хотят. Такая лампочка. Прикольно. Опа. Опа. Это будет свет. Что там? Что-то мы на низком этаже, кстати, давно не были. Что-нибудь видно вообще? Какие он там бассейн? Там бассейн, да. Дождик, конечно, сегодня. Ну ладно. Чистенько, хорошо. Классненько. Так, шкафчики. Уютненько. Так, о, сейф даже есть. Гладильная доска есть. Белье. Что, все, ты проверила канализацию? Ну, а вдруг? Да, вдруг, в тот раз так было. Проверяем. Работает? Сейчас дам. Так, мы оставили всех в номере, решили немножко ревизию сделать, потому что мы здесь были один раз, и как-то случайно мы сюда приехали, потому что мы хотели в соседний, а он был закрыт на ковид. Это в те времена, еще это 2 года, да, назад мы приезжали. И, получается, нас заселили сюда. Это, конечно, немножко был другого уровня. 21-м, да. Другого уровня отель это. И, конечно же, мы были счастливы. Вот. Ура. Вот есть. Угу. Завтраки здесь платные. Здесь 27. Здесь за взрослого 15 за ребенка. Так, вот здесь вот спа. Здесь можно делать все процедуры. Маникюр, педикюр, массаж. Так, а здесь бассейн. И сегодня дождь. Что, проверим?
Мокро, противно, да. Еще люди под дождем купаются, конечно. В прошлый раз в Орландо был дождь под дождем. Ага. Да. Тоже дождь шел. Отель называется Caribbean Royal. Ой, люди купаются. Вот Caribbean Royal. Ой, сумка, тут можно сфотографироваться. Это не было штуки, я не видела раньше. А лесенка тут такая. Все фоткаются на ней. Вот здесь ресторанчик, там клуб, и здесь вот маркет есть, можно просто что-то купить. Так, в общем, здесь всякие напитки есть. Камбуча, еда какая-то. И можно торт даже купить здесь. Салатики. А, вот это что такое, интересно? Это хлеб. А, отлично, сэндвич. $12 салат. Короче, я забыла деньги. Вернулась, Сонька осталась. Зато идет со мной Артём. Привет. Поздоровайся, да, хотел сказать. Сейчас закажем, наверное, пиццу, потому что дети сегодня ничего не ели вообще. Хотя бы пиццу, думаю, поедят. Поздно встали сегодня, выходной, отсыпались вообще после школы. Еще вот сейчас понедельник будет выходной, прям не хватает им сна. Спать хотят, рано встают очень. Поздно ложатся, в общем, недосып. Ой, я что-то тоже такая замученная. Артём тоже замученный, в общем, мы такие... Ладно. Там все купаются, сумасшедшие просто. Сейчас увидишь, как это, как Турлендия. Как в Турции. Не флоридчане, да. Куда, на первом? Да, на первом. Вот звездочка, которая. Ух. Так, ну что, цену вам, наверное, сказать надо там. Самое интересное. Здесь 2 дня стоит $625 один номер. Так, снова в маркете. Тут остался один торт, смотрите, единственный. Розбери, красный, вельвет, я так понимаю. Конфетки. Еще можно взять. И мороженка. Так, ладно, идем за пиццей. Все, мы счастливые обладатели пиццы. 4 какао. Все, она холодно, дождь. У нас утро. Мы едем на завтрак. Доброе утро. Добрый день. Слушайте, дым идет от горки. От горки? Люди купаются под дождем. Просто отчаянные, мне кажется, люди. Отчаянные, конечно. Так, идем на завтрак. Ну что, все прекрасно здесь. Че? Впереди снизу тарелочки. Завтрак прекрасный здесь. Хороший. Я кашку взяла. Обслуживание, конечно, здесь очень хорошее. Есть даже блинчики с творогом. Прекрасно просто. А напитки отдельно заказываются. Так, мы папу оставили. Сами поехали, отдохнем с девчонками. Хотим вообще съездить в M&M's. Вот это M&M's World. Здесь рядом, кстати, 2 мили буквально Disney Springs. Недалеко, получается, от Disney парка. Выехали сейчас, все по карточке, заезжаешь по карточке, выезжаешь по карточке, в общем, не впустят и не выпустят, просто так. Отельчик, конечно, такой, ну, как Турция, наверное, так можно сказать, в легком варианте. Вот, а что еще? Что еще? Дождина, конечно, вообще, прям, дождина. Сука гоняет. Отдыхаем. Фонтаны. Ну, это совершенно по-другому здесь. Такие курортные отели, они чуть-чуть другие. А так, знаете, как будто в командировку проезжаешь, вот какие-то отели такие снимаешь. А здесь вот чувствуешь, что отдыхаешь немножечко все равно. Так, вот парковочка в Disney Springs. Погодка. Сейчас с девчонками, наверное, плащики купим какие-нибудь. Да, сейчас в гараж заедем. Да, в гараж заедем, будем ходить, гулять. Я просто в этой вот рубашке, она, знаете, там у нее шерсть какой-то, ну, сколько-то, да, процентов. И она, когда мокнет, она колется просто невозможно. Да, погода суперская, конечно, суперская. Disney Springs, пропускная система, как в аэропорту. Идем сейчас, сумочки будем свои показывать. Слушайте, купили мешки, еле-еле на девок надела. Блин, на дождь, это такая движуха, конечно, вообще невероятная.
Ага, вот он, мир. Мир, мир конфет. Вау, круто, давай, что-то нашла, Стежка. Так вкусно пахнет здесь. Даже, я бы сказала, приторно. Вкусно. Там конфеты, трубы с конфетами. Так, а что здесь? Что-то там такое интересное происходит. Что, я еще сама не понимаю. Девчонки что-то будут делать. Сейчас там можно что-то отсканировать на телефоне, на iPad. Какой-то код. В общем, что-то будут делать. Не знаю, что. Ну, в общем, развлекаемся. Вау, круто! Так, нужно зарегистрироваться обязательно сначала. И фотографию свою прикрепить. Что это? Я не знаю, конечно. Наггетс это? Да. А, можно бутылочку, можно... Small bag, да. Можно, я так понимаю, на день влюбленных, тут сердечки, можно фотографию собачки. В общем, такой вот маленький, 26,99 будет стоить. Прикольно придумали, кстати. Дети, дети, конечно, в восторге. Да. Ты тут выбираешь, на каком цвете ты хочешь себе сделать. Наши конфетки готовятся. Два пакетика нам, как обычно. Довольные. Каролина заказала со своим рисунком. Конечно, которую она сама рисовала. Вот с интернета почему-то нельзя. Да, сама рисовала она, и вот с ее рисунком конфеты. Как всегда. Такие штучки у нас, кстати, дома есть. Ой, конфет полным-полно. Так, ну что, у нас уже обед, мы приехали с Disney Springs, конечно, все замерзли, промокли с девчонками. Но Сонька у нас все равно уехала еще гулять. А мы тут решили перекусить, смотрите, как креветочки подали с зеленым луком, красивый салатик. В общем, отдыхаем. С погодкой, конечно, не повезло. Чуть-чуть обидно, ну ладно. Ты хоть отдыхаешь? Что мы вообще бросили сегодня одного? Так, мы кино смотрим. И... Сонька приехала, чай привезла горячий. Я замерзла, что-то так промерзла прям. Пока мы гуляли, Соня уезжала. Приехала с чайком. Банановый хлеб. Прям в постель мне принесли. Прям я вообще тут разлеглась. Отдыхаю по полной программе. Завтра мы уже выезжаем. Завтра мы уже будем выезжать. Поэтому поужинали и прям все. Чая там не было, кстати. Никакого. В этом клубе, в котором мы были. Вот, Сонька сейчас чай привезла. В общем, все, наши выходные заканчиваются. Вот так вот мы немножко себя развеяли. Завтра поедем домой. Дома ждут собаки. У нас был Тимофей дома. Смотрел за ними. Шалутит там все таблеточки, все как надо. В общем, Пенька, наверное, уже скучает. Вот. Так что такой вот у нас был вакейшн. Так, ну что, всем доброго. Сегодня у нас понедельник. Сегодня уже прекрасная погода. Вся Флорида плакала. Все дни лила просто без остановки. И мы пока здесь вот находились. Сегодня солнышко вылезло. Вообще круто. Сейчас мы идем уже на чекаут и выезжаем в сторону дома. Едем домой, в общем. Отдохнули немножко. И с новыми силами. Да, все, убегаем, идем. Кипиш такой, время 11 утра. Все, уезжаем. Ой, хочется еще, конечно, побольше бы отдохнуть. Ну что, здравствуй, понедельник называется. Солнышко, но тучки, конечно, все равно чуть-чуть есть. Все, мы идем сейчас опять же в наш ресторанчик. Называется он Кура Суши. По-моему, так. Где эти тарелочки едут, и, в общем, ну, интересненько, да, девчонкам тоже прикольно. Мы сейчас поедим,
суши и уже выдвинемся там. Погода сегодня замечательная, потому что мы дома. Когда мы отдыхали, был дождь. Кто-то там лазит, не могу понять, кто. Белки, походу, делал. Вообще, сейчас супер солнце у нас, вообще кайф просто. Мы с Пенькой гуляем, соскучилась уже. За птичками, за кроликами надо бегать. Доброе утро всем. Ну да. Доброе утро, да? Да что лаешь-то?